старая добрая BMW. Всем привет, дамы и господа, говорит, показывает Эдди, и сегодня хочу вам показать еще один пак оружия, который называется 69's Weapon Pack. Он меняет три ствола, это Desert Eagle, вот с такими интересными текстурами. Я не знаю, почему 69 вообще тут, даже нету пасхалок, она есть только в бонусном M4. Так, смотрите, Desert Eagle, по качеству все очень круто, потом меняется Chrome Gun, прошу любить и жаловать, хотя нет, вот написано 69. То есть вот такой ствол, такой дробовик, ну и, конечно же, М4, такая ходовая пушка, в принципе, вот так она выглядит. Но плюс ко всему есть бонусная версия, и прошу заметить, есть иконки. Да, у всех оружия свои иконки, и давайте покажу бонусную М4, и потом еще покажу вам бонусный мод. И вот у нас бонусная М4, но эта бонусная мне нравится больше, чем та, поэтому я предпочитаю ее. Так что, ну, выбор ваш, конечно, что вам больше нравится, пишите в комментах. И в качестве бонуса хочу вам показать, я уже его показывал, но покажу еще раз, это клуб Багама Мама из GTA 5. В прошлый раз я показывал его из GTA 4, а в этот раз из GTA 5, и он находится в другом месте, и плюс ко всему у него есть интерьер. То есть вот такое здание, оно в таких интересных тонах, цветах, такие розовые, фиолетовые. Вот написано West Mama's Club. И тут нету маркера, но просто мы идем сюда, и мы окажемся внутри. Тут, к сожалению, нету людей, нету вечеринок, просто интерьер такой, но мне очень нравится вот это место. Прям видно, что это ковер такой. Здесь такие вывески прикольные, тут бар имеется. Ну, видно то, что сделано очень качественно в плане текстур, но есть баг один. То есть можно просто сейчас провалиться. Вот, смотрите, меняется пол. Ну, по цветам меняется классно, как будто работает светорежиссер. И да, насчет бага, смотрите, идем сюда, и вот есть такая дверь темная, лучше туда не заходить, потому что вы упадете вниз под карту, и это будет очень печально. А так, тут есть барные стойки, конечно, вот надо было добавить Клео, чтобы как в том моде были люди, музыка та же играла очень классная, тусовки какие-то были. Так, работает туалет? Нет, закрыто, ладно. В общем, такие моды были сегодня, это оружейный пак и клуб Багама Мама из GTA 5, точнее Багама West Mama. Ну, в общем, такие дела, ребят, вот, а маркер был на обратный выход, вот, чтобы зайти, маркера я не вижу, ну ладно. Такие дела, ребят. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых встреч.